День всех дошкольных работников отмечается в России каждый год 27 сентября. Междуреченские воспитатели в свой праздник соревновались. Состоялся финальный этап конкурса «А ну-ка, воспитатели!». Он проходит ежегодно. В этот раз тема «Весь мир – театр». С подробностями Ксения Колбина. 12-й ежегодный городской конкурс профессионального мастерства посвящен столетию дошкольного образования. 12 воспитателей детских садов показывают свои таланты, удивляя ими судей. Новшество. Всегда новое, что придумывают у нас воспитатели, когда готовится конкурс. Разные номера, какие-то оформления новые, что-то. Тема соревнований в этом году – «Весь мир – театр». Поэтому ненадолго актовый зал управления образованием превратился в храм Мельпомены. Конкурс прошел в 4 этапах – визитная карточка, озвучивание мультфильмов, импровизация и творческий конкурс. Садовница, фрекенбок, женщина-загадка и даже певица. Участницы меняли образы перед каждым выходом. В прошлом году победителем конкурса стала воспитатель детского сада номер 39 Екатерина Павлова. Поэтому в этом году ее учреждение – организатор. Подготовка прошла на одном дыхании, признаются сотрудники. Никаких сложностей. У нас очень хорошая команда, слаженный коллектив, который помогает в любой момент. Победителем конкурса «А ну-ка, воспитатели 2018» стала Снежана Ларионова, детский сад номер 35. А значит, право в следующем году организовать конкурс перешло к лесной сказке. Каждый год мы проводим с вами этот замечательный конкурс «А ну-ка, воспитатель», в котором принимают участие самые яркие, самые творческие, самые интересные педагоги, работающие в наших детских садах. Низкий вам поклон за то, что вы каждый день отдаете сердце детям. Ксения Колбина, Игорь Докучаев. Новости. Мой Междуреченск.